И как-то утром рано, мы когда возвращались уже, пошел шторм. И никто не хотел идти в воду, лодку отталкивать на волну. А все, значит, за веревку и по берегу. Ага. А лодку на берег катать. Ага. Значит, кто будет отталкивать лодку? Значит, один дурак Рожовский. Я, значит, ее на волну отталкиваю, ага. А ребята ее толкают вдоль берега. Потом пришел девятый вал, ага. Опрокинул лодку, и меня одним концом по затылку, ёп. Одним бортом закопало, значит, ага. А вторым бортом по ноге, ага. И переломал мне стопу всю в дребезги. Да вы что? Да. В дребезги? В дребезги. Просто там ни одной кости не осталось. Да вы что? Ну, вообще, да. Ну, это... А сейчас как? А сейчас как? Сейчас как? Там это был бугор. Вот. Ну и как вообще? Дальше меня, значит, в больницу повезли. В больнице. Значит, сделали снимок. А на снимке вообще ни хера не видно. Там специалисты такие, что там снимок черный, а нога пухнет, все. Поехали в другую больницу. Это где, в каком городе? В Каспийске. Поехали в другую больницу. Там вроде бы сделали нормальный снимок. Ага. Говорят, да кого там, говорят, что поломано. И мне в гипс. Они сделали высокий гипс такой. Вот с этим гипсом я и ходил. Подождите, а там же кости все, они как, поправили их, вытащили, как, чего там, ничего? Ничего не поправили, они загнали там все это самое хозяйство. Срастется. Это сколько вам лет было? Ой, молодой. Молодой? Вон какой молодой. Молодой. Совсем молодой он? Да. Худой. Ну вот, и дальше я, значит, ногу, значит, пристегивал ремнем к поясу. Да вы что? Да. Вот так вот, значит. И костыль? И костыль. Да вы что? Да, и на костылях вообще ходил, вообще, и на рыбалку на костылях ездил. С той же, это самое, с тем же гипсом. Да вы что? Обалденно. Обалдеть. Сама сойти. Ой. Обалдеть.